апытанне на веданне правілаў дарожнага руху і салодкія падарункі. Дыджэі Гомель FM сумесна з супрацоўнікамі дзяржаўтаінспекцыі правялі акцыю ў адзіны дзень бяспекі дарожнага руху. Гомельскія аўтааматары ў прамым эфіры правяралі свае веды правілаў дарожнага руху, пасля чаго атрымлівалі падарункі. Многія на такі сюрпрыз рэагавалі са здзіўленнем. Хтосьці адчуваў хваляванне, але ў канчатковым выніку удзельнікі дзейства засталіся ў добрым настроі. Ну, довольно необычно, да, но очень приятно. Спасибо большое за такое небольшое развлечение в течение рабочего дня. Часто в первый раз ответил на все вопросы правильно. Только положительные эмоции. Такие мероприятия мы уже обговорили с Гомель-радио FM. Постараемся делать ежемесячно в день проведения единого дня безопасности дорожного движения. Пытание аутоматорам задавала диджей радио Гомель FM Олеся Василькова. Девчина поделилась своими уражениями от эфира. Наша акция под названием «Автопати», которую Гомель FM проводит совместно с госавтоинспекцией, уже потихоньку становится традицией. Сегодня все прошло отлично, участники ответили практически на все вопросы и, конечно, получили подарки от Гомель FM и от наших партнеров. Акция «Автопати» Держ аутоинспекции совместно с радио Гомель FM проводится что месячно. Долучайтесь!